Итак, нажимаем Put Object, ограждение. Ну и сейчас будет, сука, самая вот эта вот кропотливая работа. Блять, какого-то хуя вот эти темы появляются, сука, у меня за спиной, ебать, постоянно. Не могу понять, какого хуя, блять. Я один раз нажимаю, ну... Бро, я посоветую тебе сегодня канал Нефи. Все вы его помните, это один из тот каналов, который попал под бан. Но все говорят Павлов, 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 Павлов. Но почему никто, опять же, не помнит про этого же Нефи? Да, вы сейчас скажете, бля, нахуй вспоминать, удалили и удалили, да. Но, братва, я вас очень прошу, поддержите, пожалуйста, этот канал, подпишитесь на него. Он сейчас старается, качественные видосики делает, реально, ебать, охуенное видео. Так что, братва, ссылочка на него будет в описании, не ленитесь, зайдите, посмотрите. Реально, если хотите похавать качественного контента. Так что, пацики, переходим, в описании там ссылка есть, как бы. Блять, ну у меня за спиной появляются вот эти вот знаки все, какого хуя, блять. Короче, пацаки, чтобы вы понимали, я просто зашел в игру, и я вот так выкупаю, что гляньте, сколько тут понаставлено вот всяких вот этих ограждений. Ну, вот как все натыкано. Вы думаете, вот это все делается типа просто так, или какой-то просто дебил решил поорать? Нет. В чем прикол? Я просто вот бегаю, и оно само появляется сзади меня как-то. Вот я тут просто в этом месте только что гулял. Вот, короче, посмотрите, в чем прикол. Вот, вы видите, что тут больше нихуя нету. Вот. Только вот эти вот все тут ограждения. Вся прочая хуйня. Сейчас тут что-то появится за моей спиной где-то. Ну, в общем, по ходу дела оно постоянно появляется. Я вот не могу понять, это, сука, либо баг какой-то, либо, блядь, пиздец. А ну, давайте я буду гулять там, где, типа, нету этих тем. Вот, вы купаете, оно само тупо ставится. Вот админ, видишь? Оно само ставится тупо за моей спиной. Вот так вот эта тема. Блять, но он сейчас не увидел, что имя. Блять, надо, чтобы он так вот просто, блять. А ну, братик, давай сейчас поубираем вот это вот все. И ты выкупишь, что что-то тут еще, сука, становится. Что это, блять, это не я, ебать. А ну-ка, давай, еще вот это два поубирай. И смотри, уже все чисто. Все, сейчас вроде не должно ничего быть. Фух, ого, ебать, перепрыгнул. Вот, оно само там. Вы купаете, оно само как-то, блядь, ставит всю эту хуйню, блядь. Вот, само стул поставил. Я даже ничего не нажимал, вы это видите все на экране, пацики. Ой, это какой-то вообще, сука, баг чит нереальный, пиздец. Блядь, я отвечаю, пацики, я вот не ставлю нихуя. Я просто бегаю, типа, оно само так вот. Вот, опять вот эта хуйня, вот она поставилась сама, сука. Пиздец, вот что это? Это какие-то, сука, вот эти, блядь, непонятные, сука, баги читы, ебать. Я, типа, бегаю просто, а оно... Вот, опять вот еще хуйня. Бля, вот это вот какой-то прикол, сука. Бля, кстати, может быть, это пранк админов, ебать. Меня администрация пранкует, ебать, прикинь. Контент пранк админов, о, хуй знает. Реально, тупо сами ставятся, я не могу их тупо убрать, ебать. Ну, убрать-то я их могу, получается, но они тупо... Ебать, сами какого-то хуя, ебать, появляются. И вот администратор тоже у них вырубай, страшно нахуй, братик, страшно пиздец. Я хуй знает, блядь, что это про... Вот, уже заборы появляются какие-то, блядь, но это ебать тупо нахуй. Короче, пацаки, я не знаю, что я наклацал, но это пиздец, мне кажется, потому что эта хуйня появляется, вот, и вот еще одна появилась, блядь, но это пиздец, блядь, как нахуй оно появляется, блядь, оно что, так будет, сука, всю жизнь появляться передо мной? Я только убираю, оно сразу появляется, в смысле? Блядь, пиздец, это, сука, какой-то сервер тупо меня нахуй троллит, отвечаю, смотрите, блядь. Сука, я убираю. Брать объект. Нема, ладно. Близко подошел. Убираю. Фух, убрал. И усё, хуйня появилась. Смотрите. Фух, убрал. И усё резко появилась. Убираю. И вот она появилась. Ну ты пидораска, блядь. Это реально сервер просто меня троллит, ебать, пацики. Чтобы вы понимали, время сейчас, короче, где-то, сука, часа... Два ночи, два с половиной. Ну так вот, и сервер тупо с меня орёт выкупать. Я только убираю, он сразу, сука, ставит. Ну, пацики, это какой-то был жесткий баг. И я так и не понял, в чем прикол, потому что, ну, тупо вот так вот я бегу, за моей спиной появляется фух, одна хуйня, фух, другая, фух, третья. Это что-то было очень интересное. Возможно, это из-за команды Put Object. Вот, давайте еще раз посмотрим. Put Object, вот, Put Object. Возможно, из-за того, что я ставлю одно ограждение, типа, вот, но это я поставил. И вот, я только поставил, и оно сразу ставится, ебать, да хуя нахуй. В смысле, ебать, убираем, пиздец. Короче, пацаки, это, походу, мне кажется, вот эта вот команда. Какой-то с ней имеется баг, что когда ты убираешь, вот, убрать объект, ставится, сука, еще сзади тебя, ебать, 15
сука, миллионов тысяч объектов, или это, сука, лично меня сервер, блядь, троллит и говорит мне, что гантелька ебать. Ну, ты орешь со всех, ну давай я с тебя поору, ебать. Фу, я вот заебался убирать, я сейчас, сука, забью хуй, хай тут оно, сука, и растет, ебать. Бля, какой радар, нахуй. Да, блядь, какой радар, сука. Никаких радаров сегодня быть вообще не должно, блядь, алло. Бля, меня тупо пацаки серверу все зажал, вы купаете, ебать, он гонит этот сервер. Это мой любименький сервер. Но посмотрите просто, какую хуйню вот оно тут, сука, напиздавало, пока я вот так вот тут бегал. Вот, и оно ставит тупо за моей спиной объекты. И это, мне кажется, либо кто-то из админов меня троллит повыше уровнем, либо это такой баг сервера, либо сервер меня троллит. Как бы вариантик такой, да. Это просто пиздец, пацаки, блядь. Шо это? В чем? Ну вы видите, что это все не я нажимаю. Это что-то, сука, блядь, нахуй кто-то орёт с меня, сука, жестко, нахуй. Причем очень мощно. Очень мощно орёт, ебать. Я эти оры не понимаю, реально, братик. Так орать, только, типа, я, получается, могу, еще и ты орешь. Короче, пацаки, это баг очень сильный, надеюсь, он мне скоро придет, потому что я так играть, сука, не смогу, ебать, гляньте. Каждое мое движение, и это ставится какой-то забор, какая-то хуйня, пиздец. Алло, ебать, друже, бобер. В смысле, ебать? В общем, братва, я не знаю, что это реально за хуйня и как мне сейчас ее убирать, но, блядь, убирать мне это все придется. И это все вот так вот через команду реально put object. И просто вот так вот убрать объект. И в то время, когда я убираю, мне кажется, еще, сука, штук 15 появляются за моей спиной. Прикиньте, как это, сука, тупо.